Всем привет! Сегодня буду оформлять капкейки, свадебный набор из 12 штук. Капкейки будут шоколадные, начинка клубничная и нутелла. Так, для начала я удаляю сердцевинки такой штучкой. Капкейки шоколадные и ванильные. Крышечки я не выкидываю, я ими буду закрывать сверху начинку. И ложечкой аккуратненько начинаю накладывать. И шапочками закрываю, верхушечками. И еще одна. Вот здесь набрала крем-чиз. Мешочек. Сейчас буду подсаживать шапочки.
Я приготовила коробочку, сейчас буду ставить в коробочку. Вот, поставили. И сейчас буду украшать. Снизу я все смазала какао маслом. Еще осталось два сердечка поставить. Сюда сердечки еще. И я хочу их посыпать. Сейчас.
Борчик готов. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хотела еще вам показать, как я перевязала ленточкой коробочку, упаковала. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.